Здравствуйте, в эфире политические дебаты. Согласно закону о выборах, наша телекомпания предоставляет партиям, которые зарегистрировали списки кандидатов на выборах депутатов Костромской областной думы 6-го созыва, время для совместных агитационных мероприятий. Сегодня в нашей студии представители 4 партий. Уважаемые участники дебатов, мы работаем в прямом эфире. Напоминаю вам о необходимости соблюдать в своих выступлениях закон. Нельзя использовать дебат для разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной розни, а также призывать к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению целостности государства. Я надеюсь, каждый из вас будет вести себя достойно, чем заслужит уважение избирателей. Ну а теперь о правилах дебатов. Представителю каждой партии предоставляется равное время на выступление, ответы и вопросы. Секундомер вы видите на экранах, как только время истекает. Таймер останавливается, микрофон будет отключен. Ну, очередность выступлений у нас определил жребий. Итак, пожалуйста, первый участник, у вас есть 60 секунд, чтобы представиться, рассказать о своей партии. Меня зовут Мягкова Оксана Викторовна, я представитель партии «Справедливая Россия». Партия «Справедливая Россия» – это партия, которая имеет в основе своей социальную направленность. Партия «Справедливая Россия» – это партия, программа которой основана на опыте предшествующих поколений и при этом использует экономическую основу настоящего для того, чтобы вести нашу страну в будущее. Партия «Справедливая Россия» все законы, все законодательные инициативы, которые выдвигает партия «Справедливая Россия» – это законы социальной значимости. Один из важных моментов, которые сейчас партия «Справедливая Россия» продвигает, это закон об отмене платы за капитальный ремонт. Это закон, который принят не так, как он должен был принят. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Оксана Викторовна. Таймер остановлен. И сейчас 60 секунд есть у второго участника, чтобы представить свою партию. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые телезрители. Я Ижицкий Валерий Петрович, руководитель регионального отделения КПРФ. Наверняка абсолютное большинство из вас знает, что на протяжении 20 лет мы постоянно утверждали, что та политика, которая проводится в государстве, особенно политика, связанная с развитием нашей экономики, нашего потенциала, с поддержкой людей, с подготовкой кадров, она абсолютно не устраивает большинство нашего населения. Мы идем на эти выборы, надеясь на то, что вы нас поддержите, как поддерживали в прошлые выборы. Мы надеемся, что вместе с вами на этой нашей замечательной, великой, многострадальной Костромской земле будет порядок, будет развитие, будет благополучие, а главное – уверенность в завтрашнем дне. КПРФ – это партия, которая отражает интересы народа. Стоп-таймер. Спасибо, Валерий Петрович. И сейчас слово третьему участнику дебатов. У вас также 60 секунд. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые избиратели, уважаемые жители Костромской области. Меня зовут Илья Яшин. Я представляю оппозиционную партию РПР «Парнас». Вы сами прекрасно знаете, сколько проблем за последние годы накопилось в Костромской области. Нищета, разбитые дороги, прогнившая коммунальная система, коррупция. В области не хватает денег буквально ни на что. Задолженность, государственный долг Костромской области сегодня составляет 16 миллиардов рублей. Это означает, что каждый из вас, от младенцев до пенсионеров, должен Московскому федеральному центру по 25 тысяч рублей. Почему так происходит? Почему в области нет денег? Потому что деньги высасывают федеральный центр. Это и есть результат политики партии «Единая Россия». Именно поэтому мы идем на выборы, чтобы предложить альтернативу. Мы будем добиваться возвращения налогов в региональный бюджет. Мы будем добиваться того, чтобы областная дума не была исполнителем чужой воли, а работала в ваших интересах. Партия РПР «Парнас». Спасибо, Илья Валерьевич. И, пожалуйста, слово четвертому участнику дебатов. У вас также 60 секунд на представление своей партии. Здравствуйте, дорогие избиратели. Я представляю партию «Патриоты России». Являюсь председателем комитета областного регионального отделения политической партии «Патриоты России». «Патриоты России во власть». Мы идем с таким лозунгом на эти выборы. Патриотизм, так как патриотизм – это самое мощное противодействие коррупции. Хочу остановиться на некоторых тезисах нашей программы, с которой мы идем на выборы в областную думу. Это патриотическое воспитание молодежи, первый пункт. Второе.
значит, не служившие в вооруженных силах и других силовых структурах, не должны занимать в регионе и в муниципальных органах власти и депутатские, и депутатов любого уровня должности. Извините. Создать постоянно действующий координационный комитет по выводу региона из сложившейся... Стоп-таймер. Вячеслав Валентинович, спасибо. Будет возможность продолжить чуть позже. Ну что ж, основные позиции партии обозначены, и сейчас мы предлагаем вам раунд вопросов и ответов друг другу. Для соблюдения равенства времени вопросы задаем по кругу. Первый участник задает второму, второй – третьему, третий – четвертому. И на вопрос отводится у нас 60 секунд. Пожалуйста, первый участник, ваш вопрос. Партия «Справедливая Россия» имеет некоторое единое направление вместе с партией Коммунистической партии. Это социальная направленность, это опыт предыдущих поколений. Скажите, пожалуйста, вот на этих выборах будет ли партия Коммунистическая партия поддерживать партию «Справедливая Россия» в отмене закона о капитальном ремонте? И есть еще такая инициатива у партии «Справедливая Россия» о том, чтобы все дети до 6 лет получали лекарственное обеспечение и лечение бесплатно. Как смотрит на это ваша партия? Еще есть 25 секунд. Спасибо, я задала вопрос. Стоп-таймер. И, пожалуйста, Валерий Петрович, у вас 120 секунд, чтобы дать ответ оппоненту. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Собственно говоря, я начал с того, что мы 20 лет выступали против того, что в нашей богатейшей стране с потрясающими традициями, с огромной трагической историей, в нашей стране, где живет талантливый, мужественный и добрый народ, невозможно жить так, как мы живем, потому что власть, к сожалению, проводит удивительно странную политику, когда дети не могут учиться нормально и не имеют особых перспектив на развитие. Старики не могут лечиться, те, кто активные, они не могут работать. Мы, безусловно, хорошо понимаем, что главная все-таки партия – это наши избиратели, это люди, живущие на этой земле. И какая бы партия в областной думе, в государственной думе не принимала, не вносила предложения по законам, которые работают для нашего избирателя, работают во благо нашей России, мы, безусловно, будем поддерживать. Я категорически противник этой редакции закона о капитальном ремонте. Главное по той причине, что сам закон никак не гарантирует те средства, которые будут аккумулироваться в соответствующих фондах. Никто не может утверждать, что через 5-10 лет эти средства не исчезнут, как дым и утренний туман. То, что касается лечения детей, мы вообще выступаем категорически против платного здравоохранения. Вот наша область сокращается, выезжают люди 4-4,5 тысячи каждый год. За 3 года умерло 11 тысяч, и немало из них те, которые могли бы работать, трудиться и жить. Поэтому образование и здравоохранение должно быть бесплатным. Стоп-таймер. Ну и теперь у вас есть 60 секунд, чтобы задать свой вопрос третьему участнику. Пожалуйста. Валерий Петрович. Илья Валерьевич, послушав ваши слова, я думаю, что ваше обращение к избирателям, я думаю, что большинство зрителей с пониманием относятся к тому, что вы говорите. Опять же, понятно, что выборы – это своеобразная ярмарка, когда политик представляет себя для того, чтобы избиратель, соответствующим образом присмотревшись, избрал ту или иную партию. Вы недавно в Костроме. Насколько реально вы знаете наши костромские проблемы? Потому что начали вы с того, что наш бюджет, увы, слишком прост. Возможно ли, на ваш взгляд, при этом бюджете и с вашим подходом решить основные вопросы, поднятые вами? Стоп-таймер, вопрос задан. Илья Валерьевич, пожалуйста, ваши 120 секунд на ответ оппоненту. Я достаточно подробно изучил проблемы Костромской области, и в решении этих проблем мы будем
исходить из профессионального подхода. Я привлеку очень серьезных экономистов, очень серьезных экспертов к решению этих вопросов в случае моего избрания в Костромскую думу. И я убежден, что мы добьемся того, чтобы те депутаты, которые сейчас занимают места в областной думе, которые будут занимать места в областной думе, голосовали в интересах большинства населения Костромской области. В первую очередь мы намерены поднять вопрос о возвращении налогов в бюджет Костромской области, в частности, налога на добавленную стоимость. Это, конечно, не решит всех проблем. Это, по нашей оценке, прибавит в области от 4 до 6 миллиардов рублей. Ну, по крайней мере, позволит начать какие-то проблемы. Где-то отремонтировать дороги, может быть, чуть-чуть добавить пенсии людям пожилого возраста. Мы будем добиваться того, чтобы независимые депутаты в областной думе заставляли голосовать тех депутатов, которые представляют интересы чиновников, тех депутатов, которые представляют интересы олигархов, чтобы они голосовали в интересах большинства. Мы будем добиваться того, чтобы был принят закон о принципиально новом формировании жилищно-коммунальных тарифов. То есть закон, который позволяет повышать тарифы только через аудит коммунальной компании, а не так, как сейчас. Чиновники вступают в монопольный сговор с коммунальными компаниями, иногда сами их создают, и это становится основой для абсолютно бесконтрольного роста коммунальных тарифов. Давайте называть вещи своими именами. Это самый настоящий коммунальный грабеж. Вот наша задача, мы понимаем, что у нас не будет большинства в областной думе. Мы понимаем, что нас будет, наверное, мало, но мы будем биться за интересы избирателей. Мы идем в областную думу для того, чтобы отстаивать их интересы честно и последовательно. Я пришел в Костромскую область для того, чтобы здесь работать. Не быть депутатом, а работать. И в случае моего избрания я никуда не собираюсь уезжать. Буду здесь честно выполнять свои обязанности. Я дорожу своей репутацией, поэтому призываю всех избирателей 13 сентября прийти на избирательные участки и проголосовать за партию РПР «Парнас», номер 15 в избирательном бюллетене. Стоп-таймер. Спасибо, Илья Валерьевич. Сейчас у вас есть возможность задать свой вопрос четвертому участнику. 60 секунд у вас. Вы наверняка знаете ситуацию в Костромской области, возглавляете региональное отделение партии «Патриотов России» в Костромской области. Вот я недавно был в городе Чухлома, изучил экономическую ситуацию. Там доход за 2015 год составляет 14 миллионов рублей. В то же время вы прекрасно знаете, какие деньги тратятся на путинских друзей-олигархов, на депутатов Государственной Думы, на федеральных чиновников. Зарплата депутата Государственной Думы составляет 450 тысяч рублей. Зарплата путинского друга, олигарха Сечина в день, внимание, в день составляет 5 миллионов рублей. То есть трехдневная зарплата Сечина – это весь доход Чухломы за 2015 год. Как вам кажется, вот такое социальное расслоение, которое насаживает партия «Единая Россия», вот этот вот результат политики Путина – это разница в зарплатах и нищенское положение в регионах. Не кажется ли вам это аморальным? Еще есть 5 секунд. Вопрос задан. Тогда стоп-таймер. И Вячеслав Валентинович, 120 секунд на ответ оппоненту, пожалуйста. Ну, партия «Патриотов России» как бы тоже выходит с программы борьбы с коррупцией. Я прошу прощения, у меня проблемы с голосом. Вот. Значит, борьбы с коррупцией мне. О доходах и расслоениях нашего общества, как бы всем известно. Естественно, с подобным фактом нужно бороться, и мы считаем, что без патриотов во власти бороться с коррупцией в нашей стране практически невозможно, так как это самое действенное оружие против коррупции. Что вам еще сказать? Исчерпал ответ на вопрос? Нет? У вас есть еще время. Ответили на вопрос, да? Наверное, да. Тогда стоп-таймер. Вячеслав Валентинович, и сейчас сделайте глоточек воды, пожалуйста. Вячеслав Валентинович, сейчас у вас есть... Голос пропал. Нет, ребят, у меня медицинские проблемы с голосом, поэтому... Вячеслав Валентинович, пожалуйста, 60 секунд у вас есть, чтобы задать вопрос первому участнику. Пожалуйста, таймер. Ну, у меня вопрос короткий к «Справедливой России». Вот я слышал неоднократно, «Справедливая Россия» везде говорит, что она против олигархов. Вот. Хотелось бы спросить, как вяжется ваше утверждение с тем, кто находится в ваших рядах, ну, начиная с вашего, скажем так, предводителя регионального отделения. Стоп, стоп, секундочку. Стоп-таймер, вопрос задан, да? И теперь, пожалуйста, прошу приготовить таймер 120 секунд для ответа.
Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Я переживала, что из-за коротких времени дебатов мне не удастся высказать свое отношение, свое глубокое уважение к нашему региональному руководителю Андрею Александровичу Озерову, потому что на самом деле я пришла в партию, это один из аспектов, почему я пришла в партию, это именно этот лидер. Если вы имеете в виду того, что он олигарх, я с вами абсолютно согласна, но это человек, который сделал сам себя. Он начал с малого. Я следила, еще не будучи в политике, я следила за его развитием. И то, что он пришел в партию «Справедливая Россия», я думаю, что это закономерно. Потому что и Андрей Александрович, и партия «Справедливая Россия» – это люди, которые защищают людей именно в том плане, в котором оно должно происходить на уровне законов. То есть законы должны приниматься не для того, чтобы они существовали, а законы должны приниматься, чтобы могли по ним жить люди и чувствовать себя защищенными. Причем самые важные аспекты в жизни, самые важные законопроекты, которые выдвигаются партией «Справедливой России», в том числе Андреем Александровичем, они очень важны. Вот, допустим, в Госдуме принят законопроект о продлении бесплатной приватизации. В областной думе принят законопроект о том, что возврат денег на спецсчет по капитальному ремонту будет происходить не 2 года, а год. Я прошу прощения за волнение, потому что я первый раз в прямом эфире, и мне хочется очень много сказать. Но что хочу сказать. Партия «Справедливая Россия» – это та партия, которая делает то, что мне нравится. Поэтому я с ними, и я рядом с Андреем Александровичем. Спасибо. Таймер остановлен, но и в завершении. У каждого участника есть еще по 90 секунд. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Почему избиратель должен голосовать именно за вашу партию? Первый участник, политическая партия «Справедливая Россия». Пожалуйста, Оксана Викторовна, у вас 90 секунд. Уважаемые избиратели, дорогие костромичи, 13 сентября – это важный день, день выборов, когда вы можете почувствовать, насколько ваш голос важен в решении вопросов, в решении законов, в принятии решений, важных для вашей жизни и жизни ваших поколений. Я призываю вас отдать свой голос за партию «Справедливая Россия» именно потому, что члены партии «Справедливая Россия» отдают свои силы и свои мысли именно для того, чтобы обеспечить людям нормальное существование, нормальное достойное существование. Спасибо вам за те теплые слова, которые вы говорите нам на предвыборных собраниях. Мы будем работать так, чтобы ваши наказы не остались строчкой на бумагах. Мы будем отстаивать самое главное. Мы будем отстаивать отмену платы за капитальный ремонт. Это очень важно для того, чтобы наши пенсионеры, которые всю жизнь честно платили за услуги жилищно-коммунального хозяйства, не остались теперь один на один, опять же, с тем, что нужно опять снова платить за капитальный ремонт. Дальше что? Что хочу сказать? Те молодые семьи, которые покупают новые квартиры, которые будут платить за капитальный ремонт вперед за 50 лет, они тоже должны чувствовать, что эти деньги не пропадут никуда. И что хочу сказать самое главное? Приходите. Стоп-таймер. Спасибо. Ну а сейчас 90 секунд у нас есть у второго участника, чтобы ответить на вопрос, почему избиратель должен голосовать именно за вашу партию. Коммунистическая партия Российской Федерации. Валерий Петрович, пожалуйста. Уважаемые друзья, вы хорошо понимаете, что все проблемы, с которыми сталкивается наша область и каждый житель нашего края, он связан с тем, что на протяжении уже более чем 10 лет в области монополия партии «Единая Россия», которая постоянно обещает благо и развитие державы, области и ничего не делает реально для поддержания отечественного товаропроизводителя, для работы, достойной работы селян на земле, для того, чтобы сегодня создать условия для здорового, духовного развития нашего Костромского края. Мы уже в истории хорошо знаем, что монополия одной партии – это весьма проблемная вещь, которая может привести к трагическим последствиям.
КПРФ имеет антикризисную программу, которая сориентирована прежде всего на то, чтобы сегодня развивалась наша экономика, строились предприятия, был поддержан сельхозтоваропроизводитель, чтобы объединить предпринимательское сообщество для того, чтобы у нас в области были внутренние инвестиции. А для этого нам необходимо совсем немного. Придите на выборы, преодолейте в себе нежелание или неверие. Придите на выборы и проголосуйте. КПРФ номер 8. Проголосуйте, у нас с вами есть шанс изменить ситуацию. И мы должны и будем жить лучше. Голосуй за КПРФ. Спасибо. Время вышло. И сейчас слово третьему участнику. Республиканская партия «Россия», партия «Народной свободы». Илья Валерьевич, пожалуйста, 90 секунд ваши. Уважаемые жители Костромской области, друзья, вы прекрасно знаете, в какой тяжелой ситуации находится Костромская область. Вы привыкли к тому, что в областной думе одни и те же лица. Привычные лица, которые давно уже друг друга знают, которые давно уже занимают все эти места. И ничего не меняется. Ситуация, вспомните, вот 5 лет назад ситуация была одна, сейчас ситуация еще хуже. Политика партии «Единая Россия» ведет к тому, что жизнь у вас становится хуже, уровень жизни падает, регион становится все более нищим. Нам очень нужно, чтобы в Костромской областной думе появились новые люди, появились независимые депутаты. Что сейчас происходит? Есть часть депутатов, которые представляют интересы чиновников, голосуют исключительно так, как им скажут в администрации. Есть депутаты, которые представляют интересы крупного бизнеса, олигархов. Есть сами олигархи. Вот вы видите, «Справедливая Россия» признает, говорит, ну да, в наших рядах есть олигархи, ну что такого? Но проблема в том, что олигархи отстаивают интересы исключительно своих карманов. Очень важно, чтобы в областной думе появились независимые люди, которые будут принципиально, последовательно отстаивать ваши интересы. Не интересы чиновников, не интересы олигархов. Ваши интересы будут биться за вас. И наша партия предлагает именно таких кандидатов. У меня нет никакого бизнеса в Костромской области. Я не знаком ни с одним из ваших олигархов. Я иду в областную думу, чтобы была возможность работать в ваших интересах. Проголосуйте, пожалуйста, 13 сентября за партию РПР «Парнас», номер 15 в избирательном бюллетене, и мы будем биться за ваши интересы. Стоп-таймер, спасибо. А сейчас слово четвертому участнику. Это представитель партии «Патриоты России» Вячеслав Валентинович, 90 секунд. Уважаемые избиратели, жители Костромы и области, уважаемые патриоты, 13 сентября вам предстоит сделать выбор, от которого во многом будет зависеть благополучие нашего региона. Призываю вас принять правильное ответственное решение, руководствуясь любовью к родному краю и чувством патриотизма. Партия «Патриотов России» идет на предстоящий выбор с четко разработанной программой, базирующейся на позиции интересов граждан нашего региона. В нашем составе достаточное количество профессионалов, патриотов, которые смогут провести тщательную ревизию решений, принятых Думой ранее, оценить их эффективность, полезность для граждан, предложить курс на возрождение нашего региона. Наша партия идет под номером 6 в избирательном бюллетне. Призываю вас проголосовать за патриотов России, сделать правильный выбор. Есть еще 28 секунд. Не используйте. Пожалуйста, тогда стоп-таймер. Я благодарю всех участников. Закончилось время, отведенное для агитации. Напомню, в прямом эфире в теледебатах сегодня принимали участие представители партий, выдвинувших своих кандидатов в депутаты областной думы 6-го созыва. Следующий выпуск теледебатов партии выйдет в эфир 27 августа в 10:00 на телеканале «Россия-24». Всего доброго. До встречи. Спасибо.